приехали на Кипр праздновать Новый год. Вот опять в гостях у Татьяны в саду. Апельсины, лимоны. Татьяна на кухне. Встаем, солнечный день. Разве рабочее место и кухня? Репортажи снимаешь. Да. Это вот на крыше, вот они. Вот такой вид, птички поют. Держите нас, пожалуйста! Кабы не было зимы в городах веселых, никогда б не знали мы 10 дней веселых. 31-го мороза мы гульнем, и слово пиво, водка, кальвадос, бабы-бабы-бабы. Пиво, водка, кальвадос, бабы-бабы-бабы. Слышь, товарищи, прием, новость для народа. В Новый год мы долго бьем, минимум 3 года. Мы готовы, не вопрос, что ли пора бы. Пиво, водка, кальвадос, бабы-бабы. Пиво, водка, кальвадос, бабы-бабы-бабы. Если в Новый год 3 дня, скажем, отмечали, то не праздник, а 5 дня, были бы мы в печали. А надо 10 дней верняк, оттянуться, дабы. Пиво, водка и коньяк, бабы-бабы-бабы. Пиво, водка и коньяк, бабы-бабы-бабы. Кабы не было зимы в городах веселых, никогда б не знали мы 10 дней веселых. Никогда б не знали мы 10 дней веселых. Нам бы сесть за стол. Вроде Дед Мороз пришел. Может, кто-то скажет, но лыка он не вяжет. Мешок упал на пол. Дед Мороз, вообще ни капли мимо. Я тебя не в силах удержать. Новый год встречать необходимо. Вместе в хоровод стоять. И на кухне хватит выпивать. Под ёлкой колючей Дед Мороз в отключке. Ему не наливать. Дед Мороз, вообще ни капли мимо. Я тебя не в силах удержать. Новый год встречать необходимо. А
днем развлекают народ. Дед Мороз и Снегурка Анюта рубят бабки под Новый год. Куклы, танки, конфеты, лошадки, кисти, краски и новый букварь. Но сперва отгадайте загадки, так глумится лохматый главарь. Мороз! Нам обещал его прогноз. Мороз! Танцуйте, мальчики, и пойте, девочки. Мороз! А ты подарки нам принес. Давай жги сюда, мороз! Было бы лед. Да? Мне кажется, в марте холоднее так было. Так, завершается восхождение. Восхождение, да? Погода хуже, дождик льет и льет и льет. Вместо снега только лужи. Под вопросом Новый год. Ой, снег, снежок и белая метелица. Обещал на рыжке, только мне не верится. Ой, снег, снежок и белая метелица. Обещал на рыжке, только нам не верится. Барабанит дождь по крыше и стучит, стучит стекло. Почему, скажи, на рыжке там под Новый год тепло? Ой, снег, снежок, белая метелица. Обещал на рыжке, только мне не верится. О, хорошо. Да, утра, да? Десяток так подарки вот. Дед Мороз и Снегурка не спят. Им дороже любой иномарки. Сопли счастья от малых ребят. Дед Мороз и Снегурка Анюта снова в бой зажигать допоздна. А в карманах рубли, ага, и валюта. С Новым годом, родная страна! Мороз нам обещал его прогноз. Мороз, танцуйте, мальчики, и пойте, девочки. Мороз, а ты подарки нам принес. Давай же их сюда. Обещал его прогноз. Мороз, танцуйте, мальчики, и пойте, девочки. Мороз, а ты подарки нам принес. Давай же их сюда. Мороз, 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 мороз. В общем, мороз в этой стране только от нас зависит, друзья. Трогать, пробовать. И вот сейчас я дотронулась до этого бешеный огурец. Как это сказать, до этого существа, и он как подпрыгнет, и даже сейчас страшно. Вот. Ой! Ой! И он сам. Давай, еще раз. Да ты аккуратнее, ну в очках, ладно. Сейчас. Бешеный огурец. Все включил? Да. Давай. Ай! Ну еще один раздави. А я не раздавливаю, я дотрагиваюсь, да, давай. Только. Только дотрагиваюсь. Все. Нет, значит, не созрел. Не хотят. Не все созрели. Ай! Ай! Прям меня! Так, еще сейчас, подожди-ка, сейчас какой-нибудь. А сейчас мы посмотрим, что у него внутри. Близко не сходи, да. Я его даже не трогала. Ну-ка, он жесткий. А тут семена. Да, вот он разбрызгивает семена, вот для этого взрывается. Ну-ка. Вот они, семена. Интересно. Хочешь еще? Ну давай попробуй еще. Вот так. Сейчас. Давай, включил? Да, сейчас я настроил. Не хочешь. Ай, прям в меня. Опять тебя. Да. Стреляет, Надька. Все стреливаешь. Здорово, здорово. Здорово, да. Ну что сделать? Не включил. Включила. Вот так. Куда стреляет? По оси.
бешеный огурец. Сейчас в меня стрельнет, он специально так стал. Жесткий этот. Давай. А ты не нажимай, я только дотрагивалась. Не созрел. Вот этот, наверное, созрел. Вот так вот, раз и все. Вот это, наверное, будет. Я уже многие там перетрогал, да, нет давно еще. Давно хотел попробовать бешеный огурец. Это растение бешеный огурец называется. Вот у них есть плоды. Сейчас мы будем этот плод испытывать. Ну-ка. Не хочет, значит. Ой! Здорово. Ой, и все мне избрызгал. Вон он еще висит. Ну давай. Вверх, наверное, будет стрелять. Ну давай попробуем. Нет, не хочет. Не хочет. Не созрел. Нет. Больше нет огурцов, а, да? А вот еще маленькие. Нет, это тоже не созрел. Тоже не созрел. Они же тоже стреляют, когда созрели. Когда созрели. Когда им надо дать куда-то. Больше. Вот он еще один маленький. Висит. Не, он маленький, он не получится. О, ну вообще. Не стреляли. А здесь уже нету? Вот еще один висит, этот, наверное, созрел. Ну попробуй сам. Нет? Твердый. Нет, маленький. На мороза попросили, плюс 15 тут и там. Получается, Россия не Россия, а Вьетнам. Ой, ты не снежок, да. Белая метелица. Обещал Нарышкин, только мне не верится. Ой, ты не снежок, белая метелица. Обещал Нарышкин, только нам не верится. Нам Нарышкин отвечает, мол, недельку погоди. Слов легчает, только ты не подведи. Да уж. Ой, снежок, белая метелица, обещал Нарышкин, только мне не верится. Итак, внимание, марш, не хочет. А еще он внизу есть. Где? Вот этот? Нет. Еще нет. Есть вот здесь. Не-а. Не хотят? Не-а. А вон там есть. Итак, Пашка полез бесить огурцы, да. Ну-ка. Опа! Забавные. Сами себя размножают. О, как! Улетел. Еле дотронулся. Не желает. Ай! Как струю туда даст. Ну-ка. Не. Не желает. Нет, это маленькие. Вот этот может сбеситься. Смотри, вот этот. Нет. Включаю. Итак, не желает. Тоже. Ай! Прям мне в лоб! Да. Ай, в меня, в лицо прям. Ты так на меня нажимаешь? Очки мне, я не нажимаю. Они сами. Дайте-ка. Мне все очки избрызгало, все. Так, а вот сейчас еще один. И... А, маленький, а так стрельнул. Ой! Сейчас, вот этот. Не хочет. О! Можно. Не хочет. Не хочет. Тоже. Вон те. О, как! Ну-ка. Не хочет. Ай! Ай! Прям мне в руку. А этот не хочет? Да здоровый. Не-а. А больно прям, знаешь так? Нет. Это все взорвется наверняка. Нет. Никто не хочет, да? Эти не рвутся. Нет. Не хочет. Нет. О! Пукнул. Пукнул. Ну-ка. Второй не будет. Хочет. Давай. Все? Так. О, как! О, хорошо получилось. Ну-ка.
Вон там. А, видишь, сколько зернышек. Да. Ну тут Ай! Насеются. Ай! Еле дотрагиваюсь. Не хочет. А зеленые. Зеленые. Ну, нет. Цветет. Так. Да.